Всем привет, вы на канале Кофейный Влог. Сегодня мы будем рассматривать самый топовый, наверное, самый популярный сейчас вариант кофе, который набирает популярность. Это дрипы. Вот дрипы. И самое главное, пирамидки. Вот как это выглядит. Пирамиды плоские, несмотря на то, что это пирамида все-таки. Ну, это плоская в упаковке. Так-то да. Она там пирамидка. Ну, вот пирамида, обычно, если чай, то они прям вот занимают много места. Здесь все-таки компактно, это хорошо. Самое главное в этой технологии, можно сказать, что кофе у вас упакован в защитной среде. И получается, даже если вы купили пачку кофе в зернах, это будет храниться дольше. Так, давай посмотрим, как его заваривать. У меня все просто: открыть пакет, залить кипятком, подождать 3-5 минут и наслаждаться. Просто прям даже 100-градусным кипятком? Да. Так, мне нужно разорвать этот дрип по шву и... Открыть его, потому что... Залить 120-150 мл воды. То есть мне, по сути, надо какие-то весы, но... Ну, будем, короче, на глаз будем заваривать. Так. У меня здесь 10 грамм, я буду заваривать примерно 150-160 миллилитров, но на самом деле все эти пропорции, это все условности. Кто любит покрепче, заливает меньше воды. Давай, я сразу подготовил посуду. Опаньки. Что такое? Ну, сыпется? Прям, нет, мелкие фракции прям выходят из пирамидки. То, что выступает пыльца, мелкая фракция, ну это нормально, потому что кофемолка, она, ну, нет, я думаю, нет таких кофемолок, которые будут давать абсолютно ровные частицы, прям вот одна в одну. И самое главное, это сделано в Украине, и скоро, возможно, даже у вас появится в ассортименте такое. Кстати, напишите, хотели бы вы спешлти кофе в такой вот форме или в такой? Какой вам лучше нравится? Но после просмотра этого видео, чтобы вы понимали, какие преимущества и недостатки. В первую очередь я вижу, что здесь нужно заморочиться и найти высокую кружку, иначе заваривать не удастся. Да, потому что если высоты не хватит, то просто у вас не получится пролив. Ну как, вы можете вот так вот пролить, а дальше... А дальше придется как-то держать, и либо залить, и потом вот так вот еще стоять выцеживать. То есть надо достаточно высокий стакан. Либо вот как я взял у нас сервер, и в него буду заливать. Так, ну давай заливать. Давай. Тебя сначала... Да, давай. Сначала тебя зальем, потому что у тебя очень быстро. Здесь у меня еще есть как бы три подхода, я так понимаю. Причем 120-150 миллилитров, 90-96 градусов, кстати, непонятно, почему такие. Ну, потому что каждый кофе, каждый способ обработки, он там любит свой градус. Я понимаю, но люди-то этого не знают потенциально. Стой, все, я думаю, стоп, да хватит. А сколько там у тебя написано? 150, я думаю, можно, 160. А тут 200 стакан, как раз вот это. Ну, все. Хорошо, теперь я свой заливаю. Конечно же, это можно с любым чайником делать, в отличие от V60. То есть здесь в таких вариантах кофе, я не знаю, сколько он стоит, но подозреваю, что если учитывать кофемолку, хорошую кофемолку, потому что здесь все-таки помол будет... Я знаю, что там на молкёник измельчали, и как бы здесь, по-моему, будет в любом случае лучше, чем на любой вашей кофемолке. Просто вот наугад как-то варим. Просто представь, что мы на рыбалке, нам просто важно нормально заварить хороший кофе. Максимально просто, легко. Хорошенько взял стеклянный сервер на рыбалку, чтобы красиво... Да, вот так вот. Поймал. И чайник с носиком. Да, давай. Все выглядит красиво. Кстати, технология этих дрип-пакетов из Японии взята. То есть вот материал весь — это японская фирма. Сама бумага японского производства. Да, то есть если вот этот вот хариофильтр делают... Так, у меня все уже... Уникально. Хотя в мире альтернатива хариофильтрам есть, но я не знаю, где она производится. Нидерланды вроде как выпускают еще фильтры. Где вот эти с разными плотностями фильтров, с разной фильтрацией. Я думаю, я уже свой достаю пакетик. Давай, вымакивай его. Не, ну ты как чай заваришь дома? В смысле? Так вот, нормально. Нормально. Потом еще берешь, подожди, обложку так мотаешь и выдушиваешь все. Я так не делаю. Не делаешь так? Нет, сейчас... Ты что, ложкой не выжимаешь соки все последние? Смотри, сейчас вот так вот это делаем, потому что кофе... Бывает разный. Да. Тут все-таки не спешлти, лучше его не переваривать. Так, но все-таки нам нужна, наверное, ложечка, потому что этот кофе, он имеет свойство оседать. Это уже было понятно по мелкой фракции, которая просыпалась из фильтра.
Поэтому его лучше все-таки сейчас перемешать. Что ты хочешь добиться перемешиванием? Равномерности. Угу. То есть перемешать слои. Да. Слои вкусов. Да. Подождем, пока кофе остынет, потому что пока он горячий, вообще смысла нет никакого его пить, только обжигать рецепторы. Кстати, скоро про рецепторы выйдет интервью, или, возможно, если вы смотрите, возможно, уже будет интервью с Q-грейдером, одним из четырех в Украине. Валентин Зайцев. Да, и еще будет интервью с производителем этих пирамидок и как-то штука дрип-пакета. Я до сих пор не привык, потому что довольно новая такая тема, хотя с 2016 года они уже были доступны. Почему ими не пользовались, непонятно. Этими пирамидками или дрипами? Дрипами. То есть получили они распространение, говорят... Я уже вторую ложку тебе вставляю, ты ее достаешь. Зачем ты? Как ты думаешь, что ожидать от этих способов заваривания? Я думаю, что ожидать можно многого, потому что кофе в кружке заваривают. И здесь, по сути, мы заварили в кружке и вытащили, когда уже кофе не заваривается. То есть нужная степень экстракции произошла, вода забрала из себя все растворимые элементы, соединения. По сути, это кофе по-польски с лайфхаком. Да, который... Типа, ты заварил, нужно... как обычно, в чашке, но одним движением изъял жмыхи из твоей чашки. Они не продолжают. Да, но самое главное, что у вас кофе свежий каждый раз. А можно еще, как, знаешь, студенческие годы, там, вот ты заварил себе кофе. И второй раз. Товарищи потом. Давай. И в твоем варианте, я так понял, кофе подороже будет. Да. Я, ну, сложно сравнить. Угу. Давай абстрагируемся от качества самого кофе, продукта, потому что какая-то понятная Эфиопия, ой, не Эфиопия, а я имею в виду понятный кофе, здесь арабика, Гватемала, Антигуа. Здесь по составу я не нашел информации, но я слышал во вкусе, не знаю, то ли чуть-чуть робусты. Но это можно пить. Угу. Это вполне можно пить даже робуста в таких вот штуках без сахара заходит. Стоп, у меня, походу, еще остался один вот такой конвертик, пирамидка из Specialty кофе. Давай заварим. Давай. Давай попробуем. Вот сразу бы так, Specialty кофе. Я забыл. Но в любом случае, мне понравилось даже эффект пирамидки с робустой, потому что это можно пить, это приятно пить. А если вы с утра завариваете... Извини, я вспомнил. Бросили. Мы их уже выпили. Просто он был настолько вкусный, что на самом деле не заряжался. Сами способы заваривания очень крутые. Особенно, ну, здесь надо еще позаморачиваться, тут найти высокий стакан. Не только, оторвать, еще нужно проливать. Залить достаточно воды, чтобы вот немного было. Ну и здесь тоже ж надо залить. Можешь взять литровые банки заварить. Здесь ты можешь уже предполагать, что вот у тебя стакан там 200, и ты вот визуально можешь уже понять. А здесь ты думаешь, сколько если ты берешь залить? Высокий стакан, то, конечно, там может и пол-литра воды поместиться. Да, ты не знаешь никогда. Такое. Я о том, что этот способ очень интересный, он имеет право на жизнь, и мне кажется, он там накажет все остальные варианты. Юробустой наслаждаюсь, да. Тебе дай сахара. Сбалансированный вкус, мягкий. То есть это не эспрессо робуста, который жесткий такой. Это просто приятный кофе какой-то, ну, такой базовый, который просто вот на каждый день... Этот кофе, если еще добавить сахара, там какие-то сливок, то будет просто, мне кажется, вот... Я думаю, нет смысла. То есть вот черный кофе, самое то. Ну, кому как. Я до этого пил пирамидку из... Там была анаэробный Сальвадор, и это было реально очень круто. Вот это был реально очень хороший кофе. Такое ощущение, что его заварили во френч-прессе, то есть... Он был плотный, такой молочная такая По текстура. Моим впечатлениям, это технология будущего, и кофе в массы качественный пойдет именно через вот этот продукт, потому что другие способы заваривания, их нужно знать, понимать, как-то подстраиваться. Ну, тут, конечно же... Ну, давай сравнивать с молотым, просто с молотым кофе, потому что все-таки это вариант заварить кофе в чашке, как мы привыкли. Но какое я сразу вижу преимущество? Ну и сразу же недостаток. Преимущество это то, что у вас ровно одна порция, и когда вы покупаете там банку либо пачку молотого кофе, вы его вскрыли, и потом в течение там двух недель, там недели, месяца пьете, там, каждый раз открываете эту там коробочку, банку. Кофе, когда кислород попадает, да,
он начинает окисляться. То есть его время жизни там уже как бы начинает там подходить к концу. Этот же кофе, там, каждая порция имеет свою индивидуальную пачку, которая заполнена инертным газом. То есть окисление там, ну я не знаю, там полностью ли остановлено, ну по крайней мере там... Значительно замедлено. Да, да, да. По крайней мере, там помимо окисления есть еще реакции химические, которые в кофе происходят. Ты можешь купить пачку кофе, ты выпьешь сегодня одну порцию, а вторую порцию через месяц, и этот кофе будет такой же, как и до этого. А если ты распечатал вакуумную брикет, вакуумный кофе, сегодня выпил, забыл за этот кофе, потом вернулся к нему, а он уже никакой. И при этом вы можете спокойно в поездке ездить. Это вообще прям вырыщалка, в гости идете, на работу идете и носите с собой качественный кофе. Мне но в комментариях писали, что цена, конечно, за индивидуальную упаковку будет значительно выше, чем там покупать молотый. Ну как там значительно? Ну так вот, наверное, что на нет, ну, материалы, процессы. Если брать твой вариант дрипа, то это фильтр, это воронка, это чайник, это весы, давай про дрип не говорить, потому что это чуть другая лига. Да. Вот, мы сейчас говорим про кофе в чашке, вот когда ты там покупаешь там брикетик вакуумный, там распечатал и там ложкой сыпешь. Ну, ты распечатал, у тебя уже на следующий день кофе будет никакой. Да, но, так, вот, но зато дешевле. И ты покупаешь, нет, и ты покупаешь упаковку кофе, вот, вот этот пакетик, но у тебя обходится в 10 раз дороже. Угу. Ну, какой смысл брать кофе на один день, пачку? Потому что вы ее вскрываете, она живет один день. Ну, по факту. Тем более с таким помолом. Я не знаю, сколько кофе проживет. Вот после измельчения, чем быстрее заваривать, тем лучше. В каппинге, это дегустация профессиональная, используется до 15 минут, да? После измельчения заливают. В смысле? Именно в время, не время жизни сухого помола? Да. Ну, да. Особо ну, там никто не растягивает, как бы делается все быстро. Есть, если есть там, какая-то необходимость оттянуть процесс накрывают. После того, когда да, смололи кофе, то его просто накрывать какой-то крышечкой. Да, в принципе, ну я слышал, что там до получаса можно как-то оттянуть время. Ну, ну точно не больше уже. Ну да, то есть вы представляете, у вас хранится 24 часа. Это уже не 15 минут, это кофе уже просто весь выветрится, ну все ароматные вот эти все характеристики его, особенности, и останется просто базовый вкус кофе, как будто вы второй раз заварили. Вот. Возьмите второй раз заварите, и получится у вас такой же кофе, как на второй день. Угу. В чем смысл? Лучше брать уже качественный кофе, наслаждаться им, чувствовать все вот эти характеристики, все особенности, потому что кофе все-таки должен уникальность иметь, и вы ее должны чувствоваться, чтобы наслаждаться. Ну, конечно, можно пить робусту с арабикой такой. Ну, я предпочитаю робусту с арабикой, если уже пить, то это эспрессо, либо там в каком-то капучино. Но я бы пирамидку зафасовал бы что-то интересное из нашего ассортимента, и мне кажется, этот кофе будет отлично пользоваться спросом. Я думаю, это прорыв, потому что вы сможете заварить, я так понял, натуральный кофе, натуральной обработки, не мытой, потому что он раскроется прям максимально хорошо за счет этого способа заваривания. Да. Это будет топ, топовый топ, потому что вам не нужно будет покупать кофемолку, весы, короче, много всего думать, как это заваривать, рецепт подбирать, крупность помола, тратить кофе на это, потому что все-таки должны это все настроить. Здесь просто берете воду моршинскую, потому что она будет лучше подходить для этого способа. Если вы заварите потом другой водой, вы уже будете ощущать, стоит ли на другую переходить или нужно все-таки более проверенно это делать. Характерный осадок, как в кофе из-под френч-пресса. Там точно такая же штука. Причем этот осадок, если оставить недопитую чашку, он продолжает экстрагировать и кофе меняется во вкусе. Поэтому такой кофе, кстати, желательно там, ну, не растягивать, но очень надолго, потому что он постоянно будет меняться в вкусе. То есть здесь вы можете законсервировать его в термосе, например, а здесь лучше выпить сразу. Да, да, да. Если этот кофе приготовить себе там в термос и даже выбросить пирамидку и думать, что он будет такой же постоянно, то, конечно, не будет получится. Довариваться еще. Мое мнение, что вот этот мелкий осадок, он даст переэкстракт, и ну, кофе будет горчиться. В любом случае, когда он в чашке у вас остывает, он падает в осадок. И в этом плюс, что вот я сейчас выпил,
У меня вначале, может, какие-то из-за того, что Евгений начал перемешивать активно. Если бы он этого не делал, нам бы все ушло в осадок, все было приятно. Я позаботился, приятнее. Чтобы твой кофе был более тельным. Чтобы был более естественным, реалистичным, да? Вот у нас остался осадок, до него я допивал вообще комфортно. То есть, в отличие от кофе в кружке, у меня вообще никаких частиц неприятных не было. То есть, пить комфортно, пользоваться прям супер практично. И самое главное, что такие вариации, скорее всего, не будете брать один кофе, вы возьмете какой-то ассортимент, там 5 позиций, например, или 3, и это можно будет миксовать. У вас каждый день будет разный кофе. Если вы берете пачки даже в зернах, по 250, вы их открываете, вы их растягиваете, у вас тоже вкусы как бы распыляются. А здесь вы можете наслаждаться разными, причем разными ферментациями, возможно, даже. То есть экспериментальный кофе какой-то пробовать, потому что так это сделать гораздо проще. Я для старта выберу какой-то один, максимум два. Натуральная обработка. Ну, почему натуральная? Ну, потому что я хотел бы видеть натуральную обработку. Ты бы хотел бы видеть. Мы как сделаем? Эфиопия, например. Производитель дает возможность экспериментировать. То есть они готовы предоставить пустые пирамидки и пустые дрип-пакеты. То есть я хочу зафасовать разные варианты, те, которые я считаю там, будут хорошо завариваться, и протестировать, и выбрать там, для начала один, ну, максимум два каких-то варианта, чтобы не распыляться там, в ассортименте. Просто то есть прощупать, ну, интересно ли это будет клиенту, будет ли это пользоваться спросом. Если эта штука выстрелит, но я в это очень верю, тогда можно будет линейку расширять. Я и думаю, сделать миксованные коробки. На данный. Да, это, кстати, очень хорошая идея. Ну, это самая топовая идея. Мы об этом же говорим, нет? Нет, когда миксованные коробки. Это уже другое, это когда уже прям... То есть ты предлагал купить 5 коробок, если миксовать? Нет, предлагал, что там по 5 пакетиков идет, там, например. Ну, я думаю, что можно сделать в идеале там, в дальнейшем, там, если 4 либо 5 коробок разного кофе, а шестая коробка, это в ней все пакетики по одной, ну, микс просто. Я думаю, что все будет натуральной обработки и мытой. Сразу два варианта, потому что меньше смысла нет. И у вас будет выбор, какой из них вам больше понравится. Как раз статистика потом покажет, что людям нравится. Я думаю, натуралка выиграет. Можем сейчас даже поспорить, что будет популярнее. Ну вот, возьмем пустые пирамидки, позасыпаем, там, заклеим утюгом или там, степлером, позавариваем и вслепую будем пробовать и выбирать, какой кофе больше всего понравится. Ну, вкусы бывают разные, как и кофе бывает разный. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Да, и блогеры бывают тоже разные.